Друзья, всем привет! Сегодня у нас свежий обзорчик с высоты 5-го этажа от дядьки Андрюшки. Сегодня будем осматривать новинку магазина, ножик бренда «Окаменелая рыба» со сталью D2. Данный нож можно смело отнести к конкурентам Ганза, ибо сборка, слесарка, за свои деньги просто огонь. Ножик идет в коробочке симпатичной картонной. Ну и такой вот штучкой. Можно на подарок подарить, не прогадаете. За свои деньги просто огонь качества. Коротко о ноже. Пардон. Коротко о ноже. Длина 215 мм. Общая. Длина клинка составляет 93 мм. Толщина 3,8. Стальку поставили D2. Вон кто-то шоркается внизу. Стальку поставили D2 на оси подшипники. Лайнеры G10 и сталь. Клипса глубокой посадки. Средней жесткости. Но немножко будет выпирать. Чуть-чуть. Видите, да? В целом вешал сегодня на карман. Смотрится. Точнее, почти не смотрится. Ножик классный по сборке. Люфтов нету. За свои деньги, конечно, удивляет. Китай радует. Лайнерочек на начале. И что мне понравилось, у него подводы. Тонкие, еле видны. Рез будет фантастический. А, да, бэкспейсер тоже из G10. Ну и есть темлячное отверстие. В общем, если ножик понравился, чекай в личку. В наличии три вида. Черный, черный с белым клинком, черный с черным клинком и зеленый. На этом все. Всем пока.